Я буду завтра, но я вчера был на Соминке, приходил к вам. Ну просто случайно оказался. Ну да, да, в понедельник. Мы после 9 созвонимся и договоримся, во сколько я подойду. Я позвоню утром, после 9 утра. Без перчаток? Да, да. Хорошо. Нормально. Тебе дать перчатки? Можем дать, можем не дать. У тебя все в двойном комплекте. Спасибо. Просто тебе совсем, если будет холодно, под эти, а эти сверху. Тогда можно тебе отдельно. То есть тут как бы три варианта уже получается для разной температуры. Я уже понял, что надо как можно больше вариантов иметь. То есть не точно. Какую-нибудь бандану, которую можно на шею повесить. Здесь быстрее получится, если по этой ехать. Дорогу, которая... Вот
эта дорога идет на косу. Да, но она тоже там поворачивает. Да, конечно. А вот эта дорога идет прямо к даче. Да. Вот. Ну, в принципе, можно и чуть-чуть крутануть. Машины со всех сторон. Это не такие, как там зеленые. Это рядовка мышиная. Ну ядовитая. Так ты же хотел серую. Нет, это серая. Вот есть мышина, а есть серая. Какая? Мышиная. У него цвет, ну, типа как подумаешь. Ну, типа. Типа чего? Типа мышь. Мышиный цвет. А серая какая? А серая, она такого же цвета. Ну, отличается форма, и у нее ножка желтоватая. Вот это ядовитый гриб. А серая съедобная и очень вкусная. Как я помню, ядовитый имеет вот эту вот пимпочку. Да, сверху конечно. Ну, нельзя так отличать. Ну, надо да. Каждый раз конкретно смотреть. Ну, это еще не да, вот это вот самая рядовка ядовитая, слабо ядовитая. Рвота, диарея. Ну, то есть, если надо, народные средства, да. Так, Семен, а что там по Пелевину-то? Будет что-нибудь сегодня? Нет, это прям к даче. Да, то есть к даче, мама, что-то не хотели, не хотели, не хотели. По Пелевину-то будем сегодня мухоморы? Они есть? Мухомор красный я нашел последний раз. В четверг вам я ездил в Черногубово. Не, я нашел такой вообще хороший. Нет, я к тому, что ты это употребляешь такие грибы с целью эксперимента научным. Вот оно и. Тем более в осенних красках. Ой, как классно. И вообще сегодня днем будет очень хорошая погода. Очень хорошая погода будет сегодня днем. Да, потом дождь. Потом будет очень хорошо. Ты просто так выглядишь замерзший. Я?
Ну ладно, почему? Не жарко. Наоборот. Ну, медленно едем, чтобы спасить. Вот отсюда хорошо. Отсюда просто шикарно. Только не видно нифига в тумане. Кстати, на вышку. На вышку залезть. Сегодня? Ну сегодня-то мы с той стороны. Хотя на обратном пути. А что нам мешает? То, что после обеда все уже люди начнут активную деятельность свою. Да. Там у нас впереди, ну тут, наверное, проедем, вот видишь. Иди. Примерно. Да, тут нормально. Отлично. Я просто спрашивал ребят, которые занимаются вот этим вот всем, они говорят, ой, по песку кататься не классно. Мы уже все объездили, мы теперь только Гришкины. Здесь вообще обалденно. Для кросс-кантри вообще шикарно. Корней много. В целом. На том берегу, вон, видишь, на солнышке стоят. Ага, а здесь-то? Еще рано, может быть, к обеду подтянутся шашлычники. Или какие-нибудь вот такие катальцы. Вон там уже один ходит в каске. А нет, не в каске. Ну, это, может быть, тоже туристы, как и мы. Трайбол какой-нибудь, трайбол. Ну что, поехали, это самое, сейчас от косы через дачу на домник, сейчас уже лес начнет. Где мы вообще едем? Вот сейчас отсюда вот так туда будет дорога, через это, через поле с Иван-чаем, которого, конечно, нету сейчас уже. Там дорога, главное, вот там дальше начинается. Ну, да. Мы же тут срежем, что-то. Сразу вот так выйдем. И налево. А так, в принципе, по карте, если смотреть, вот туда прямо по берегу и потом резко налево. Типа, это как бы вроде главная дорога. Не, главное вот здесь вот прям сразу. Она как бы либо вот так вот, либо вот так вот идет. Дымка, смог стоит. Вроде чуть-чуть пахнет. Пахнет. Помните, у нас речка позавчера сказали, что подушка какая-то. Температура воздуха, видимо, оседает все. Да.